летняя охота. Они ночевали здесь, в Снегиреке. И 20-го они отсюда выехали. И ехали они больше никакой дороги, а ехали через бухту. Они на бухту доезжали. Сказали, там ни следов, никого не было, ничего. Ну, что рассказываете нам опять какие-то сказки? Я рассказываю то, что мне сказал Сергей. Я 19-го ходила по красной лошади, поэтому ничего не понимаю. Сергей уезжал дальше, в сторону Крестов, на связи ходил со своими разговорами. Во сколько прошли Васи, во сколько прошли Серега, я не знаю. Но это не наши прошли, а ростовцы не особенные, это не наши. Я распустил. Повторяется все снова до ладон. Ладно, до связи. Сабра 2, ответь Сабра 1. Сабра 2, ответь Сабра 1.